На базе Елабужского института КФУ начала работу школа архитектуры и проектирования «Архип». Презентация проекта состоялась 11 февраля на площадке Дома научной коллаборации имени академика Камиля Валиева. Посещая занятия данной школы, дети от 10 до 18 лет смогут получить базовые знания по таким направлениям, как градостроительное проектирование, архитектура, моделирование, ландшафтный дизайн и так далее. Ожидается, что участники проекта не только будут получать знания от практикующих дизайнеров, архитекторов и инженеров, но и смогут разрабатывать собственные проекты. С такими классными, крутыми преподавателями, людьми, которых очень приятно слушать, с которыми очень приятно разговаривать, которые живут своей профессией. Школа архитектуры и проектирования «Архип», она будет уникальна. Это совершенно новый проект в нашем городе, в нашем районе и в рамках КФУ. Здесь мы будем с детьми изучать азы проектирование, азы архитектуры, азы градостроительства, с чего же начинается город, с чего начинается строительство, проектирование. Основной площадкой проведения занятий станет Дом научной коллаборации, а в летнее время планируется организация архитектурно-дизайнерской смены для школьников со всего Татарстана. Отметим, что первое пробное занятие для ребят в рамках новой школы уже состоялось. Под руководством опытных наставников ребята познакомились с основами 3D-моделирования, а также освоили искусство нейрографики. Амир Ахтямов, Универньюз.